И снова здравствуйте. Сегодня у нас обезьяна. Обезьяна без банана. От фирмы Cool Fast Cool. Почему-то у нее одно ухо. Два. Второго нет. А, есть второй, да? Ну ладно. Во! А, так она что это обезьяна? Я не поняла. О! Так она это... На липучке? Просто так... Тут карман. Вон она что скрывает, обезьяна-то. Голова. Оказывается. Ушко просто надо вырвать. Однако. Да. Купили мы в розетке. Тут, наверное, она такая же толстая, как бабочка. У нас, наверное, была бабочка. Да. Ну, бабочка побольше, это обезьянка поменьше как-то. Да. Бабочка толстая. Бабочка вообще жирненькая. У нее есть хвост. О, боже. Оказывается. А мы-то и не знали, что обезьяна с хвостом. Ну, я узнала. О, тут еще можно вот так вот, вот так вот. Где? Вот тут пожмяк. Ну да. Обезьянка мягкая. Хвостик закрученный. Регулируемый. Лямочки. Оранжевый цвет. Есть петля, да. Оранжевый под цвет вот этой молнии. Куфоску. Ну, давай куфоску откроем. Что там? Внутри ничего не прячется, уже аж страшно. Тут голова отстегивается, там хвост. Тут просто отделение. О, тут дырка. Это вот эти вот перепоночки, которые боковые, они что-то. Да, не сплошные, а с дырочками. Так, обезьянка, сейчас мы в тебя что-нибудь положим. Накормим тебя, покажем. Вот наша обезьянка. Она съела кролика. Кролик такой, выпустите меня, выпустите. Обезьянка, ну ладно, вылез. Все. Такая толстенькая. И тут у нее хвост так. Хвостик телепается, да. Хвостик аж до пупка он достает. Да, до значка самого. Так, покажи, он вот так вот подержи. Я покажу, как она. Она такая, как кругляшок. Вот наша обезьянка. Мы немножко тут неровно голову приклеили. Отличный рюкзачок. Тут еще для детей дошкольников. Очень прикольный рюкзачок. Ушко выровнять, и все будет хорошо. Даже кармашки есть. Ой, не падай, обезьянка, постой. Всем спасибо за внимание. Покупайте обезьянку.